И еще я разговаривал с одним из ваших коллег вот про то, что вот этот феномен топ-моделей, что девушки, которые фактически, ну что, они просто ходят по подиуму, показывают то, что Симачев сделала, а они становятся людьми, интерес к которым как к звездам, ну вот топ-модели, они же, у них же статус на самом деле звездный. Они зарабатывают, во-первых, достаточно много, и интерес к ним есть. Это искусственно как-то вот сделано, или так вот сложилось, или мы во время в такое живем? Это не искусственно, оно бы просто не выжило. И не выжило бы через те деньги, которые платят этим моделям. И на моем опыте я вам скажу, что чем отличается просто модель от топ-модели, что топ-модель раскрывает образ любой тряпки, даже которую на нее кидают. И ты вдруг магическим образом начинаешь желать эту тряпку. И тебе кажется, что именно вот эта вещь сделает тебя такой красивой, одухотворенной, желанной и так далее. Потрясающе. То есть они не одинаково ходят? Или абсолютно. Там есть... Там есть магия. И магия не в том, как они ходят, и даже не в том, как они выглядят, то есть в том, какая-то харизма, как они, да, преображаются. И, как правило, топ-модели в жизни крайне невзрачны, что самое еще интересное в этой области. И когда ты их встречаешь просто на улице, то, во-первых, их никто не узнает, во-вторых, они выглядят очень просто. Это участь как бы топ-модели быть очень, ну, как бы нейтральной для того, чтобы дизайнер смог из тебя слепить тот образ, ну, конечно, который ему сейчас необходим. Конечно, лицо такое должно быть, на котором можно нарисовать что-то, потому что если оно очень яркое, то на нем, в общем, сложно что-то. У меня вот был опыт с Наташей Водяновой, один из показов, посвященный наркотикам, ну, так как бы такая романтика вокруг 90-х годов, разделение на наркотические направления там, и так далее. И у него был образ такой стриптизерши, возвращающейся с утра домой в рваных колготках, в кожаном плаще, с размазанным макияжем. И все знают образ Наташи Водяновой, все знают, что это принцесса, что это такой воздушный, розовый какой-то ребенок. Но она настолько профессионал и настолько правильно поняла этот образ и преобразилась, что все просто влюбились в эту новую Наталью, которая была именно той, которая была нужна мне как дизайнер. И в этом ее класс, в этом ее дороговизна и специальности. Но она и хорошая актриса. То есть, во всяком случае, мне приходилось с ней общаться, и она, если она была в образе, то очень удачно. Если она не была в образе, то она ну, очень крайне редкое существо, так скажем, удивительное, которое может загипнотизировать. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».